В рамках экономического форума прошла и премьера фильма о нашей республике. Документальную картину «Ключи Карелии» сняла молодой режиссер Дарья де Консейсао, выпускница Академии Никиты Михалкова. Ленту показали в петербургском кинозале «Англитер». Она рассказывает о карельском Заонежье и его влиянии на русскую культуру. Это былины, которые были обретены в Заонежье, в Карелии. Мы все очень любим этот край и в курсе, что этот проект так или иначе готовился много времени. На экране весна, лето, осень, зима. Съемки фильма заняли 2 года. В них принимали активное участие наши земляки. В качестве рассказчика выступила местная жительница Людмила Балихова, носитель древнего заонежского диалекта. Пока существует родник, ключ, значит, существует жизнь. Надо беречь эту чистоту. В производстве картины съемочной группе помогали Минкульт России, Карельское правительство, Фонд «Древо жизни» и компания «Сегежа Групп». Скоро фильм покажут на федеральных каналах.